Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Основным блокпостом на этом маршруте является север. Холодильник «Север». Игорь, а что ты ищешь? Яйца для яичницы ищу. В аптечке? Ну, я просто подумал, если у нас в лотке для яиц в холодильнике лекарства лежат, может, яйца где-то здесь? У нас в холодильнике все в порядке. Опа! Тогда скажи мне, Лена, какого хрена у нас в холодильнике уже полгода лежит вот эта половина луковицы? Мы ее когда-нибудь используем или это оберег? Из нашей морозилки когда-нибудь пропадет лопнувшая бутылка пива? Это что такое? Ха, деревня. Это сыр с плесенью. Зачем нам два таких дорогущих сыра? Вообще-то это один сыр с плесенью, а второй подорожал уже в холодильнике. Слушай, Лена, откуда в тебе этот аристократизм? Сыр с плесенью, леопардовые маслины. Это перепелиные яйца. Зачем ты разоряешь гнезда этих несчастных птиц? Перепелиные яйца улучшают память, и я их ем каждый день. Ну ты тогда лучок туда подрезай. Вкусно и полезно. Йогурт без даты. Лена! А это кто там у нас? Это свиные копыта. Я их купила для холодца. Год назад! Год назад ты их купила, Лена! Свинья еще целый год могла на этих ножках бегать. Давай похороним, а? Знаешь что? Я приехал с командировки, еще кстати, ничего не... Кстати, командировка! Я тебе в контейнерах еду давала. Где они? Боже! Это же были коллекционные контейнеры! Выполненные из благородного пластика, Лена! Это не наш. Капец. Ну почему капец? Лишний контейнер в хозяйстве пригодится. Сереге капец, это его контейнер. Ему сейчас там такая же пила, как ты, башню отпилит за эту реликвию. Пила? Ну, вырвалась, Лена. Я ж люблю тебя. Да? А я уже и забыла, когда ты последний раз это говорил. На кой черт ты их жрешь?